Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала из Одессы. Сегодня у нас 29 ноября. И хотел бы еще раз всем, кто меня смотрит, напомнить такую информацию, что сегодня максимальная вероятность нанесения одного из самых крупных массированных ракетных ударов по территории нашей страны. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Также хотел бы сообщить вам о том, что вчера в период с 10 до 11 вечера в Днепре раздавались сильные взрывы. И глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о том, что в Днепре российские ракеты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения и начался пожар. У нас в Одессе вчера также был вечер пожара. Загорелся трансформатор на Герой Крут. Пожар был в районе 411 батареи при растопке печки. Загорелся дом. На месте работали пожарные. Говорят, что вроде бы летально. Задохнулись угарным газом. Об этом сообщают местные жители относительно того, что задохнулись. Также сообщают, что много пожарных в ЖК «Артвиль». Короче говоря, вчера вечер в Одессе не задался. Вот, ну, возможно, не знаю, с чем это связано, как видим, да, кто-то печку пытался затопить, у кого-то, возможно, проводка какая-то коротнула. Я вчера за себя рассказывал о том, что пришел домой, включили свет, а у меня света нет, что-то там перегорело в счетчиках, в этих, в автоматах. Такая, друзья, обстановка. Берегите себя, берегите своих близких. Я на связи, до встречи в новых видео, всем пока.